Всем привет! Томат, который называется «Белый перец Духова». Это сорт моей селекции, пустотелый томат перцевидной формы. Вот такой очень красивый сорт. Плоды белого цвета, двух, трех и даже четырехкамерные, как перец гогошары. Я этот сорт создал еще в 2008 году, и с тех пор он популярен, и выращивают его дачники в разных странах, и в Америке, и в Канаде его уже знают. Давайте я покажу на кустах, как он выглядит. Где-то далеко он у меня посажен, но мы пройдемся к нему. Сегодня 30 августа, томаты уже практически оплодоносили, а белый перец... Еще есть урожай. Вот он на кустах висит. Как видите, градом побило плоды. Это побило градом, и они загнились. Вон. Ну, такой год у нас, и заболели они чуть-чуть. Ну, уже 30 августа, что же поделаешь. Плоды очень сладкие. Ну а если брать характеристики кустов, то коротко расскажу вам. Высота 2 метра, очень мощные кусты, листья темно-зеленые, не болеют они, эти томаты. Давайте посмотрим, какой вес. 148 грамм, этот 105 грамм, ну, от 100 до 150 грамм. Но они легенькие, они то крупненькие, но легенькие за счет того, что плоды пустые внутри. Ну вот разрезанный плод, как видите, как перец. Видите, посерединке собраны семена, семян очень мало. Это все вырезается, ну так даже можно его пальцем снять. И фаршировать можно, как делать, как голубцы делают перец, ну, рис с мясом. Можно их начинить, зафаршировать. Очень они будут вкусные. Просто не просто как перец, а с томатным вкусом. Мы очень любим эти томаты фаршировать. Они очень вкусные. Вам советую попробовать. Семена этого томата можно купить у меня. В описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Заходите и выбирайте себе семена. Если вы выращивали этот сорт, поставьте лайк под видео и напишите в комментариях, как он вам, понравился или нет. Мне будет приятно почитать ваши отзывы, хорошие, ну или плохие. Пишите, какие хотите. А также оставайтесь на моем канале, подпишитесь. Впереди обзоры на новые томаты. Очень много сортов в этом сезоне мы вырастили. Всем пока, до новых встреч!